Дорогие друзья, трагедия, которая произошла в 2008 году в провинции Сычуань, потрясла весь мир. Сотни тысяч погибших. Страшное землетрясение разрушило не только деревни, города, но и многие тысячи судеб. А мобильный телефон маленького мальчика, который находился под завалами, под страшной тяжелой плитой, был единственным средством связи с мамой, который находился на поверхности. СМС переписка между ними продолжалась почти 2 дня, пока висел телефон мальчика. 2 дня СМС-писем, которые помогали не сойти с ума маме и сыну. В память о трагедии, в память о страшном землетрясении, в память о погибших, я написал песню.
Нет, нет.